Всем привет! Начинаем очередное путешествие по Венгрии. Был в Будапеште, совершенно случайно зашел на такую вот выставку, называется The Horse National Horse Exhibition. Национальная выставка лошади, наверное, так можно перевести. Эта выставка посвящена развитию венгерской скаковой лошади, селекции этих пород, ну и так далее. В частности, вот в брошюрке говорится, вот так написано в брошюрке этого музея. У нас есть два настоящих сокровища, сокровища Венгрии. Это императорские скелеты знаменитых лошадей-скакунов. Действительно, здесь есть скелет основной лошади. Если я не ошибаюсь, ее имя было Империал. Это знаменитая венгерская скаковая лошадь, которая заняла очень много призов. Здесь рассказывается о селекции лошадей, о вопросах разведения. Ну, действительно, достаточно забавная выставка. Здесь почти в натуральную величину есть скульптуры лошадей, седла, поводья, ну, различные аксессуары. Здесь можно, конечно, получить очень много ответов по вопросам о скачках. Есть какие-то старые билеты, вот которые, на которых делаются ставки. Есть специальные машины, которые пробивала эти билеты. Там в конце сюжета будет фотография. Действительно забавно, естественно, очень много людей туда ходят. Различные познавательные такие экскурсии для детей. Экспозиция выставки находится в одной из частей замка Вайдахунят. Он находится на территории Будапешт, очень красивый замок, я тоже попробую сделать какой-то сюжет, о нем рассказать. Ну вот, собственно говоря, и все. Действительно, ну надо посещать, конечно, музеи в тех городах, в которых ты бываешь. Это очень интересно и познавательно. Ну вот и все. Все, пока, всем привет, до свидания.